Нового чемпиона встречает едва ли не все местное сообщество тэквондо. Молодой парень Рамазан вернулся в родной Владивосток в статусе победителя первенства мира. Международные соревнования проходили в Ташкенте. Там, будучи единственным приморцем, Рамазан смог не только взять золото, но и хорошо выступить в роли капитана сборной России. Сильное волнение было. Но тренер там успокоил, подготовил все. До этого проходили у нас сборы. Сначала в Москве, а потом в Рязани. Тренера очень хорошо, особенно сборной России. Морально, физически подготовили нас. Все прошло отлично. Столица Узбекистана собрала более 500 молодых и самых перспективных бойцов со всех уголков мира. Рамазан прибыл туда тоже с внушительным статусом чемпиона Приморья и Дальнего Востока. Стартовав с 1/16 финала, тэквондист уверенно прошел по турнирной сетке, проведя 5 успешных спаррингов в весовой категории до 53 килограммов. Финальный поединок со спортсменом из Болгарии, по словам Рамазана, был одним из самых напряженных. Однако владивостокский боец на последнем издыхании буквально задавил соперника и, не сдерживая эмоций, отпраздновал победу со своим тренером. Я сам выходец Узбекистана, с национальной сборной состоял. И я, конечно, очень удивился. 3 поколения нашей сборной. 70% Узбекистана болело за Рамазана, так как мы там всей сборной как бы находились. И я думаю, это очень помогло нам на самом деле. Впереди Рамазана и его наставника ждет отдых, но небольшой. Уже в начале сентября спортсмену предстоит отправиться на сборы, которые станут подготовкой теперь уже к первенству Европы. Очередной важный вызов пройдет с 1 по 3 октября в Испании. Максим Яковлев, Денис Фадеев. Новости спорта на 8.